Сорт острого перца. Жейс, красный призрачный скорпион. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Это сверхострые сорта перца. Острота такого перца от 700 до 800 тысяч скобелей. Это очень-очень острые, ребята. Этот сорт вывел фермер по имени Джейс с восточной Пенсильвании США. Высота куста от 70 до 90 сантиметров. Срок созревания такого перца, ребята, 120 дней. Вкус у него цветочный, фруктовый, с ароматом парфума. Это смесь пхуджалоки и тринидад муруги скорпиона. Вот видите, какие у них хвосты, как у скорпиона. Остроносые. Вот, смотрите. Такие вот морщинистые плоды у него. Такой перчик созревает. Вот, смотрите. Вот зеленого. Потом, да, такого вот горчичного цвета. И переходит уже в красный цвет. Кусты, ребята, дают очень и очень много плодов. Сейчас довольно сложно показать. Сейчас я попробую с той стороны зайти и показать вам, сколько ж вяжет этот кустик. Видите, какой объемный. Я ему, тем более, я его подрезал. Вот тут у меня их 20 кустов таких. Ребят, хотите, я вам покажу, как он плодоносит. Сейчас, смотрите. Сейчас. Смотрите, смотрите, ребята. Смотрите, восхищайтесь. Гляньте, сейчас я вам покажу. Вы просто будете в шоке. Ребята, вы будете в шоке. Оценили? Это так плодоносит этот сорт. Количество просто бомба. Блин, еще сетка это мешает. Еще кошмар. Так, ребят. Вот. Вот это, ребят, такое количество вяжет. Но это ж то, что вы видите здесь. А там еще в середине сколько их. Если раздвинуть его. Вот, гляньте. Вот такой вот. Смотрите. Какие красавцы. Вот начинают они созревать уже. Вот видите. Зеленого. Так, сейчас мы вот это возьмем. Наверное, немножко подрежем. Это нам кончики не нужны. Уберем их уже. Цветы удаляю все. Все отщипываю. Оно все равно все растет. Все равно концы отрастают, отрастают. Вот так вот, смотрите. Блин, сетка мешает. Вот такая красота, ребят. Суперский сорт. Суперский, я же говорю. Вот с одного кустика, может, я не знаю, литров 7 на соуса сварить. Если не больше. Так и острота же у него, представляете, какая? Вот такие вот красавцы, знаете. Чем не красавец? Смотрите размеры какие, ребята. Просто бесподобный сорт. Бомбезный. Вот так вот. Так. Вот. Так что, ребята, если вам понравился этот сорт, оставляйте комментарии. Обсудим. Если кто хочет такой сорт себе приобрести, можете купить его у нас. Ссылочку на наши каталоги найдете под этим видео, в верхней строке комментариев. Там есть каталоги томатов, острых перцев, наших соусов. Если вам понравился этот видеообзор, подписываемся, ставим пальчик вверх, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.